Здравствуйте, уважаемые телезрители! Информация для жителей и гостей нашего города. Не пропустите. До 31 июля магазин «Эконом Плюс» делит цены пополам. Для вас со скидкой 50% большой выбор мужской, женской, детской одежды, обуви и текстиль, аксессуары и многое другое. Магазин «Эконом Плюс» вас ждут по адресу: улица Гагарина, 17, торгового центра «Аврора», первый этаж. Кредиты в СКБ банке, ставки снижены. Оставьте заявку на сайте или по телефону 8 800 1600. Партнер программы «Прогноз погоды» — мебельный цех «Норд». Вы хотите создать неповторимый облик вашего дома или рабочего места? Мебельный цех «Норд» сделает это идеально, эксклюзивно, качественно. Для вас кухни, детские комнаты, гостиные, прихожие, спальни, компьютерные столы, мини-стенки, шкафы-купе и многое другое. Изготовление каменных столешниц любых размеров. Богатство выбора цветов и фурнитуры позволит воплотить в жизнь все ваши мечты. Выезд на замеры, 3D-дизайн-проект, доставка до подъезда. На любое изделие гарантия. Летнее снижение цен на 15%. Запись на замеры по телефону 455-20. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 28 июля, в Печоре ожидается облачное, временами небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью плюс 7-9 градусов, а завтра днем 12-14 градусов тепла. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще ежедневное новостное вещание на телевидении. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Анжела Дмитриева. Всего доброго. До новых встреч.